Итак, привет, друзья, продолжим проходить коровий эфир. В прошлый раз, как мы помним, я очень долго здесь блуждал. Как обычно, C17 Алис Халфер написал, что нужно делать дальше. Надо было всего лишь забрать предохранители и вставить их сюда. Причем там идти довольно-таки недолго оказалось, за что ему огромное спасибо. Так как голова не работает, сейчас тем более утро, очень раннее, 6 утра у меня сейчас. Ну, по режиму проснулся, с кем не бывает. О, вот, вот я и поехал, кстати. Едем в Стокгольм. Лучше бы в Магадан, конечно. Угу. Вот этот момент напомнил, вот самое начало игры, где он ехал. Я надеюсь, что игра близится к финалу. Снова в поезде. Сижу тут, как кретин. С ощущением того, что я занимался этим несколько секунд назад. Нет, нужно все расставить по порядку. Меня сбила машина, я очнулся, и эти твари пытаются убить меня с тех пор. Но все же, что на самом деле случилось со мной? Мама продолжает звать меня домой, но что толку? Как это поможет мне разобраться со всем этим безумным дерьмом, которое я видел? Я даже не могу связаться с полицией отсюда. Все вокруг, какой-то гребаный дурдом. Мне больше... Может быть, все это просто мои галлюцинации? Мне больше интересно, кто управляет поездом, блин. Нет, правда, такое возможно. Или это нечто иное? Мысли снова возвращаются к тому доктору. Он явно чокнутый, но мог ли он что-то сделать со мной? Ведь он был в противогазе. Ну да, это важный аргумент. Или все это вообще нереально? Я уже ничего не понимаю. Я абсолютно сбит с толку. Столько вопросов и никаких ответов. Что ж, посмотрим, что случится, когда я вернусь домой. Угу. Не, блин, надо с машинистом вот все-таки поговорить-то не пробовал. Кто его везет-то? Причем дождались момента, пока он сядет. Дверь не подается. Ну, как-то неудивительно. Ну, пойдемте. Да что за хренотени-то, а? А, это он стрелялся. Отлично. Нормально. Иногда бывает глюк при загрузке, то что чувак начинает сам ходить по всякие разные стороны. Так. О, я отсюда выпрыгнуть могу. Так, и что мне здесь сделать? Дальше идти? Ага. Меня вот такие моменты всегда пугают. Блин, зачем я перезарядился? И так патроны же были. О, хоть по городу где-то едем, кстати. Надо что-нибудь кольнуть себя. Кстати, у меня здесь вообще есть патроны, нет? Взять. Отлично. Последний шприц, кстати, будет. Прям-таки экшен какой-то идет. Едем в Стокгольм.
Так. Опа. Это нормально. Так, и где разбивающиеся окна? Чё, нету? К сожалению, нету. Одна обойма. Идем дальше. Зачем мы вообще идем куда-то по поезду, если скоро будет остановка и нам выходить? Никто об этом не задумывался. Меня всегда вырубала их не анимация. Опа. Он даже не стреляет по мне. Вот и умер. Я надеюсь, что это уже заключительная часть, что мы приедем, игра на этом закончится, мы все-таки узнаем развязку, так как, не забываем, завтра, 7 октября, выходит Alien Isolation. Я вот не знаю, я попытаюсь, я просто не знаю, во сколько она выйдет по времени. Пытался гуглить, смотрел в стиме, так и не нашел, сколько по времени. То есть, если она выйдет на 12 часов по моему времени, то есть я тут же сниму на нее летсплей. Да ё-моё, блин, а. Или, может быть, она выйдет вечером, может, мне на следующий день надо идти на работу. Вот придется снимать. Нога что-то лежит. Подобрана ступня. Я даже боюсь представить, куда мне ее надо применить. Так вот, кстати, посмотрев на Alien Isolation первоначальные, о, где обоймы, оценки критиков, то есть в среднем баллу игры идет 8-9 баллов. Игра, я думаю, довольно-таки будет хорошая. Это мы сегодня вечером увидим, либо завтра вечером, не знаю точно, во сколько выйдет все-таки. Попытаюсь ее до 15 числа пройти, то есть очень часто выкладывать. А летсплей, так как 15 числа выходит Evil Within, который очень многие люди ждут. Так, что мне со ступней-то теперь делать, блин? Назад идти? Должно быть, я их прям спятил, растаскаю с собой эту штуку. Надо куда-то применить, видимо, ступню эту. Хотя у меня даже, в принципе, голова не варит. Куда ее можно применить, в принципе? Это вообще что? Быстрее выйти из этого вагончика, он слишком темный. Так, что я тут бегаю? Вернулся я назад. А, сейчас, ребят, секундочку, подождите. Я тут чуть накачу стопочку. За ваше здоровье, кстати. В холодильнике стоит еще Хеннесси, текила. Я почему-то пью перцовку, сам не понимаю, почему. А, хотелось бы, кстати, передать привет. А кому передать привет? А, Foundation 89, который отписался мне на канале. C17 Алекс Халферу. Лехе Дуброву опять передам. Далекий Питер. Вообще все питерские друзья, кто меня знает, я передаю привет. Питер, привет. Не забывайте звонить по скайпу.
Желтый особенно тебе, ты мне постоянно звонишь, постоянно с тобой какой-то онлайн бухалово получается. Так, ну да ладно, сейчас я выпью. Ну вот. А, ну в принципе здесь и написано. Зачем я положил ногу в кейс? Черт, моя сумка. Главное, что это еще не конец. Ага, я вообще без патронов, без оружия, без всего. Кстати, самое главное, хотелось бы передать привет моему Саше Бурату, Сереге Кузину. Если он вдруг случайно смотрит летсплей, Серег, поздравляю вас с годовщиной, с очередной. Желаю вам всего самого хорошего. Хорошо, что у тебя родился такой замечательный сын. Как-нибудь зайду обязательно в гости. Извиняюсь, что не захожу, но просто дела постоянно. Так, ну ладно. Продолжим проходить. Это еще не конец. Это меня вообще дико смущает, что это еще не конец. Эти вот ползания постоянные. Так, и чё? А ну да, подпрыгнуть и присесть. В лучших традициях первого Half-Life. Быстрее! Форест, быстрее! Музыка как раз подходящая. Не надо! Так. Стопе. Беги, Форест, беги, блин. Оп. Все, можешь падать, что ты, блин, на самом деле. Ну да, это было так предсказуемо, что мне покажет. Кстати, тут смотрел как-то в новостях, ну как, в игровых новостях, то ли на GSTV, то ли где, что More Utopia будет сейчас перезапуск. В свое время игра довольно-таки очень сильно понравилась. А, деньги собираются на Кикстартере. Ну, пожалуйста, стоит взять с собой одну лампу. Думаю, это лучше, чем ничего. Ну да. Я даже сейчас не знаю, какую игру мне это напоминает. Во. Охренеть. Где раскидные палки? Я даже боюсь реально идти дальше. Зачем вы закинули меня в лес? Я в детстве в лесу, блин, потерялся. Пока какую-то ягоду собирал, не помню. Какой это в осеньках был? Вы меня сюда же кидаете, блин. Так я 2 часа сам себя найти не мог. Так, ну ладно. Самое беспонтовое состояние – это ожидание чего-либо. Чё ты тебе заметил, блин? А чё-либо-то оно по-любому произойдет. Еще один фонарь. К
Кстати, я больше чем уверен, что я пропустил кучу пасхалок с номерами телефонов, которые написаны, по которым можно позвонить. Так, вот он дверь. Пойдемте. Кстати, вот раз причина, почему я так давно не снимал летсплей, была банальная. Я просто приболел. Наверное, вот сколько, полторы недели болел. Была дикая температура. Сейчас уже все, в принципе, выздоровел. Вот, как видите, лечусь перцовочкой. Ну, это уже, конечно, когда я уже все сбил. Так, так сказать, завершающий удар. Ну, не по моему здоровью, то есть по болезни. Все, я заблудился, короче. Опа, дверь. По-любому сюда. О, наконец-то сохранение. За это нужно выпить, кстати. Сейчас, секундочку. Как-то он неровно дышит. Это же когда болел, так не дышал. Аптека, улица, фонарь. Ну, в принципе, все, можно идти дальше. Да ну нафиг! Дверная ручка подобрана. Теперь я понимаю, почему там было сохранение. Беги! У меня выносливость кончается. Не ори на меня. Да что ж такое-то происходит? Почему меня всю игру преследует, блин? А кстати, отсюда интересно, можно выйти? А вот один вопрос. Как мне применить дверную ручку, когда за мной бегает вот это нечто? Все, он меня зарезал. Так, угу. У меня 7:34 утра. Так, ладно. Я вот даже не знаю, как это сделать. То есть мне надо очень быстро применять ручку. Да иди ты, блин. Как мне применить так, чтобы он меня не успел, блин, убить? Он меня и так даже колет, режет. Какой-то слишком сложный квест для моего мозга сейчас. А, и вот он кровавый, говорит, иди туда. Он опять меня зарезал. Опять вот это началось в глюк в этой игре. Кстати, в какой стороне дверь? Я уж потерялся. Так, сейчас попробуем пойти налево. А, ее тут нету. Он прям за моей спиной опять. Нет, точно не слева. Может быть, он тогда правее находится.
Вот, видите, сам бежит, то есть я сейчас ни на что не жму, вот он сам передвигается. Лечится все это дело, как правило, приседанием там, еще чем-то. В данный момент времени это вообще никак не лечится, поэтому я лучше загружусь. Не знаю, почему это происходит. То есть, в идеале я должен был судорожными руками, то есть, сжать. Идите вы нафиг, блин. Ну, прям за моей спиной. Да ладно, я прошел это. Не, я думал, я это не пройду, как он меня только не зарезал. Не знаю, почему мне сейчас это слендер напоминает, кстати, везде эти палки раскиданы. О, сохранение. Не ори на меня! О, наркотики. Это нормально. Что тебе надо? Ну, по голове-то надавала. Значит, я никогда не бью женщин. Ну, тут вот так вот получилось. Не, ребят, я боюсь туда идти. Ну, я назад не могу идти. Ну, слушай, там хренотенько это происходит. Так, я сейчас рюмочку для храбрости выпью. Очередную, не знаю, какую уже. Не подумайте, что это реклама алкоголя. Вообще пить это вредно. Так как алкоголь, он усиливает эмоции. Если вам плохо, вам станет еще хуже. Если вам хорошо, то еще лучше. А мне сейчас такое нейтральное состояние, в принципе. Вообще утро я проснулся. Вообще, какого хрена время? 7 утра? Я уже накатываю. Однако, здравствуйте. Так, ну да ладно, пойдемте. Фонарик. Зачем мне его с собой брать? Если у меня есть уже. Да! Он меня пугает. Drop me. Скинь меня. Неплохое подсказывал так. Может, что-то острое, чтобы перерезать веревку. А, теперь я точно что-то острое здесь искать буду. Ну. Блять, у меня аж мурашки по всему телу. Для собственных шагов, что ли, сейчас испугался. В смысле, чем он полон-то? Угу. Скинь-ка что-нибудь. Блин, у меня жизнь почти полная. Ножницы левая часть. Нормально так. То есть я их по-любому даже в руки взять не могу. Первый слот. Вообще ножницы вторая часть. Не, подожди, слушай. А, ты не можешь применить смысл. То есть ты одной половинки ножницы не можешь отрезать смысл, блин. Слышь, Саймон, ты рукожоп какой-то, блин. То есть тебе надо собрать полностью ножницы, чтобы обрезать эту веревку. Видишь, какая херня за тобой бегает, смысл. Я бы вообще забил бы, блин. Перерезал бы все так.
Если бы за мной вот такие невесты бегали бы, блин. Вот второй домик. Что тебе надо от меня? А ладно, я вижу, там шприц лежит. Может, заюзать, кстати. Ну а что еще делать-то? Взять. Так как я сейчас найду себе вторую половинку ножниц. Перережу наконец-то. Ну а разработчики-то о чем думали, блин? Нет, надо собрать обе половинки ножниц, чтобы отрезать. Мне кажется, в его ситуации вообще мог, он мог хоть чем обрезать. Так, а где вторая половинка-то? Хоть сказать, я зря сюда зашел. Не, так нечестно. Я так не играю. Не, слушай, реально здесь нет ножниц. О, вот они. Инвентарь полон. Да эпическая ты сила. Ножницы правая часть. Собрать. Во. Первый слот. Дропни. Сейчас пойдем дропнем. Применить. Ой, теперь смог обрезать. Офигеть, Саймон, блин. Спасибо. Опасайся деревьев. Да, такой подсказки мне еще никто не оставлял. Так, ладно, ребят. Это я пойду покурю, наверное. А то я боюсь даже туда идти. И по-любому я потом забуду обрезать этот момент. Так что буквально минуточка. Можете пока посмотреть на закуску с собой забыл взять.
все, вот он я вернулся. Извиняюсь за такое беспардонное поведение. Скорее всего, обрежу. А может, не обрежу, не знаю. То есть, смотрите, вот вам страшно, мне тоже. Ну, я-то еще играю при этом. А вы просто смотрите. Причем, смотрите, исключительно по ночам. Кстати, курить вредно. А умирать здоровым жалко, блин. Так, нет, я же оттуда пришел. Почему мне надо опасаться дерева? Ты чё, мать, блин, а? Так, ладно, к деревьям не подходим. Да опять я назад вернулся. Ну, кто-то что-то где-то написал. Кстати, забыл. Знаете, палкой был. Я же говорил, что я не бью женщин. Ага. Да ё-моё ты, а. Валим отсюда. А вот сейчас мучает вопрос, кто же ещё написал? Бежим! Сейчас опять, наверное, будет какие-то раздумья главного героя. И вот этот момент что-то запомнил этот. Курс 3. Привет, кстати, Ванюхи Horror Games. Ванюх, ты, кстати, молодец, продолжай в том же духе. И, кстати, когда ты мне наконец-то скинешь что прокаплю. Отечественную хоррор. Как она там? Не конференция, блин. Конференция вручение премии, что ли? Игру, короче, свою. А, это дверь открыта. Ну да, молодец, Леха, вообще молодец. Так, загрузка. Ну, 7:45 утра уже. Ну да, светает. Да ладно. В смысле, я в прошлый раз шел, столько не собрал, блин. Сколько сейчас? Я, по-моему, кругами хожу. Вообще все деревья собрал. Но это только я могу. Победитель по жизни. Что тут сказать, блин? А, ну я помню эту дверь. И левее еще одна. Где она, кстати? Вот она. Ну, все уже прекрасно знаете. Наверное, чем закончится игра. Нет, звук все равно пугает. Точно, премия киноужасов Капля. Ежегодная. Это еще не конец. А где конец-то? Надо закончить уже эту игру. Спокойно начинает проходить олень из Алейши. Отлично. Вообще, как я ехал в метро, оказался в лесу.
Блин, чуть не упал. А, то есть мне сюда и надо было упасть, да? Ну, открывайся. Так, она меня что, убьет, что ли, тем, что откроется? Ну, давай уже. Ты вообще что такое, блин, а? Ты что, меня ногами бил? То есть он ходил на руках и бил меня ногами. Вы тоже заметили, да? Вообще, человек очень впечатлительный. Меня все пугает. Мне еще дождя не хватало. Опачки. Упсите меня отсюда. Кто это строил, блин, а? Ну, почему дорога ведет в тупик? У вас в городе есть что-нибудь похожее? Вот у меня нет. Блять, мне страшно. Вот хоть молния ободрит. Я надеюсь, не услышу сейчас бензопилу. Оп. О, доктор. Доктор, стой. Нужен какой-нибудь ключ? Нет? Я просто так смог зайти? Я думал, сейчас будет очередной сложный квест. Не, я в какую-то клинику пришел. Наверное, в ту, в которой я лежу. Даже дверь не попытался открыть. Угу. То есть я сюда даже не могу залезть, хотя я туда залез уже, блин. Ладно, окей. Блядь. Он, наконец, сохранение. Мне просто сейчас эпически страшно. Неужели движок первого Half-Life Quake второго еще может так пугать, блин? Вы слышите, кто-то бегает? Психушка. Или больница просто. Во всех, кстати, играх любят пихать психушку. Вспомнить, допустим, Вив, если кто-то играл, ну то есть War, он же Гаррет. В всех частях был уровень психушки, он был самый страшный, блин. Блять, мне в подвал надо, я не хочу туда идти. Ну ладно. Блять. Ладно. Вернемся к старому. В следующий раз, если меня напугает, я буду орать не а, а сиськи. На ней все-таки как-то веселее звучат, да и выглядит повеселее. Так куда же я ушел-то, блин, а? Дверь за дверью. Не, с фонариком-то все-таки как-то поудобнее будет. И чё? Чё мне с этим делать? Масло сюда залить, что ли? Странно. Я захожу сюда. Так, стойте. А как так сейчас получилось только что? Так, ну ладно. Надо, короче, что-то мне найти в этой психушке, чтобы отсюда выбраться. Кстати, как раз зашел, оказывается, новый драйверож, как 2 недели назад вышли. Как раз под Alien Isolation.
Вот интересно, сам создатель не появился, когда он эту игру создавал? Не, ну у меня палка есть так-то. Это кто пацан? Блин, ну что за звуки-то, а? Так, ладно, здесь я зашел. А, слева я тут не все, кстати, обследовал. Мне сейчас реально чем-то Слендер напоминает. И вот фонарик, ходишь постоянно в темноте. Еще этот адский мальчишка, помню, там был. Кто, кстати, не смотрел, посмотрите обязательно. Газеты какие-то. А, ну... Вообще, что это за помещение? Это тупо умывальники. Я так понимаю, здесь должен быть туалет. Его здесь нету. В играх всегда пугает не то, что произошло, а это ожидание. Вот я жду, и ничего не происходит, блин. Самое страшное то, что у тебя в голове. Ну и чё? Так, еще тогда выпьем стопочку для храбрости. Мне от этих звуков, мне кажется, что сейчас какое-нибудь там привидение, не знаю, что чуть пройдет тут прямо спереди. Вот, ну, одна из последних стопочек, так как запуск уже кончается. Кстати, сыр родонежский довольно-таки неплохо идет с перцовочкой. Не, ну мне же надо что-то здесь найти-то, блин. Черный выход, он заперт. Заметьте, не вход, а выход. Блин, что мне надо сделать-то, а? Надо что-то взять, в смысле, что-то туда залить там или что сделать-то, блин. Мне это начинает докучать. Ну и чё с вас? Как мне врубить этот генератор? Здесь даже применить нечего. Ну нету топлива. Где топливо-то взять? Топливо! Так понимаю, когда я найду топливо, как эта дверь откроется, я смогу пройти дальше. Так, ладно, сейчас начинаем, короче, слева направо исследовать каждую комнату. Топливо. Ты где? Нет ничего.
Здесь тоже ничего нет. И здесь. Не знаю, мне почему-то освещенность больше даже с этим нравится, чем с фонарем. Может, фонарь узконаправленный идет свет? А этот... Еще молния бьет. Этот освещает все вокруг. Не могло же оно здесь на входе быть. На входе его нет. Вот. А когда включится лифт? Или что это? Домофон? Черный выход заперт. Так, ладно. Осмотрим каждую комнату. Кстати, по-любому я что-то где-то упускаю. Наверное, кто-нибудь из вас уже заметил топливо. Такое, блин, Лёх, куда ты прёшь-то? Ты его пропустил. Блин, ну я его не вижу, хоть убейте. Замок поврежден, не получается открыть. Не, ну так-то я крюк уже сделал. Все комнаты осмотрел. Что за фигня здесь происходит? Не, мне тоже не в прикол здесь так-то гулять. Я осматривать его уже не знаю. Газетами там, не знаю, растопить что-нибудь. Не, мне это уже начинает напрягать. Причем очень сильно. Не, ну вы вот видите где-нибудь канистру какую-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Вниз я распускался, там нету нифига, блин. Вот идеальное место было бы здесь, за шкафчиком. Вот здесь спрятаться, посидеть. Тоже довольно-таки неплохо, кстати. У меня ничего нет. Кстати, почему не исчезли ножницы после их него использования? Может, я ими драться собирался. Блин, да нет, здесь ничего, блин. Где мне взять эту канистру? Ну вот реально, ну нету. Вот сами видите, да? Я до своего времени играл в ночной дозор. Так что поиск по локации мне довольно-таки хорошо развит. Блин, ну ничего нет. Хоть убей. То ли я дурак, то ли что.
Охренеть. То есть мне просто надо было нажать сюда. Найдите доктора. Сейчас найдем. Да ладно. А я какую-то канистру искал, блин, все это время. Как я сейчас сюда вышел? Я здесь же не был до этого. О, боулинг. Нормальная такая больничка. С боулингом. Инвентарь полон. Да в топку этот фонарик, блин. Угу. Еще и патронов нет. Вообще сказочно. Вот они, патроны. Есть нечто странное в этом докторе Порнелле. То, что он ходит в противогазе, блин. О, мыло на полу лежит. Блядь. Это вообще кто? Чувак, тебе что надо? Почему ты ходишь сквозь все вещи? Еще одна обойма. Так, ладно. Третий слот. Так, подождите, поднял две обоймы. Ну не от этого пистолета, что ли? Что-то подозрительно. Зачем я сюда зашел? Однако. Блять. И чем мне его бить? У меня патронов нету, блин. Вообще нормально. Разработчики, блин. Чё это за фигня? Какого фига я взял патрона? У них даже... О, блин. Так, чё, сейчас всё по новой, что ли? Идем вниз. Не, ну куда идти, я уже точно понял. Только я вот не понял, как туда пройти. Стол есть, а патроны не от него. Не, ну они, по-моему, реально издеваются.
Ты можешь умрешь ты уже, нет? Жизни нифига нет. Ничего нифига нет. Взять. Разработчики, вы сволочи. Зачем кидать две обоймы других патронов? Зачем? Мать вашу. Как мне сейчас убить того чувака? Это еще одна обойма была. Я, кстати, забыл, где я первую-то брал. Вот здесь и брал. Ну, давайте попытаемся вот так убить. Да ладно. Да я бог, блин. Инвентарь пола. Во. Ебать. Блять, у меня просто на один выстрел жизни. Зачем я перезаряжаюсь? Пипец. Блин, этого-то так красиво убил. Блин, надо было сходить, я не знаю, сохраниться, что ли, тогда уж. И морфинчика-то нигде нету. Что самое обидное. Да, по-любому надо будет сходить, в следующий раз сохраниться. Чем вот это все ждать еще раз? Да и зачем мне этот пистолет, блин? Так, сейчас надо как-то очень быстро того типа опять убить, как мне это в прошлый раз получилось. Отлично. Инвентарь тогда палка, если есть стволы. Да ладно, морфин. Охренеть. Обалденно. За это дело надо выпить. Сейчас такой... Вот не знаю, только идти мне назад сохраняться или нет. Но я надеюсь, что сейчас за этой дверью будет сохранение все-таки.
Что значит пожарный выход наглухо закрыт? Зачем я вообще тогда сюда заходил? Тупо за дробовиком, что ли? Ладно. Там же сохранение есть. Я не хочу сюда идти. О, еще одно сохранение. Ладно, сохранимся. Ладно, давайте скинем фонарь. Доктор, подойди, нужно обсудить кое-что. Я хочу поговорить. Какого хрена ты там хочешь? Ты спятил? Я сказал бы чуть другие фразы. Подойди ближе. Я достаточно близко. Еще ближе. Я не могу, эта чертова решетка загородила весь проход. Поэтому я и хочу, чтобы ты подошел ближе. Я помогу тебе открыть ее. Как? Мне нужен пистолет. У тебя есть пистолет? Подземка, парень, которого ты подстрелил, припоминаешь? Мне нужен новый пистолет. Слушай, почему бы тебе просто не открыть ворот? Я устал от всего этого. Нет, боулинги на дорожке, есть новый пистолет. Принеси его мне срочно. Я, если я сделаю это, ты откроешь эти ворота? Да, у меня есть ключ. Дай мне пистолет и получу его. Ладно. Почему ты мне его просто не застрели? Это было неожиданно. Так. Ну так вот. Угу. Вон там. Понятно, зачем здесь этот пистолет. Как тебе его? Отдать ему оружие? Да, давай дадим. Вот. Все равно у него нет патронов. Теперь дай мне ключ. Спасибо, Саймон. Я рад, что ты смог довериться мне. Ну и взамен вот. Гребаный псих, теперь тебе крышка. Я не полон. Я вообще не понимаю уже, что здесь происходит.
как уцеливать оттуда, где нет патронов. Не показался ли там лежал какой-то ключ? Мне кажется, что мне не показалось все. И на какой номер звонить? А может быть, когда появится гроза, то номер телефона будет написан? Ну, давайте подождем. Как-то бы почаще бы гроза все-таки была. Блин, пропустил. Слышку все. Я не совсем понимаю, что там написано. Ну, это точно не телефонный номер. Ну, не просто так же здесь стоит этот гребаный телескоп. Глянем сейчас. Просто непонятно что. Ну зачем-то же есть этот телескоп, зачем-то он смотрит в это окно. Как ни крути. Не буду же я подбирать. Помнится, как-то проходил Doom 3, там было БФГ. Big Fucking Guns. И мой знакомый, увидев ее за дверью под паролем, решил подобрать пароль. Пароль был четырехзначный. В итоге он был что-то в районе 9985. То есть, представьте, он, наверное, целый гребаный час сидел и подбирал этот пароль. Не, может, где-то в другом месте все-таки номер телефона. Надо, наверное, просто исследовать. Я даже вообще я не понимаю, где мне взять этот номер телефона. Тут везде буквы, а не цифры. Везде. Мне надо позвонить. Набран номер. Ну не 2009 же.
Ну там тоже ни хрена нету никакого номера. Опять внимательно посмотрим. Что-то молния, блин, раз в полминуты, наверное. Не чаще. Да ни хрена там нет. Не, ну если бегают, то может быть и здесь где-то пароль тогда. Надо по-любому сохраниться. Дверь заперта, на кодовый замок. Угу. А где мне еще нули взять? Полезно. Что у меня есть ключ на какой-то двери ординаторской? Тоска. Так, ладно, у меня звонит телефон. Сейчас должны приехать гости. На этом закончу данный летсплей. Всем спасибо, что посмотрели. Всем пока, ребят. Смотрите дальше. Буквально вот-вот выйдет Alien Isolation. Я сниму на него обязательно летсплей. Всем пока!